Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал. И думаю, по примерке вы уже поняли, о чем будет сегодняшнее наше видео. Для меня это было очень морально таки сложно собраться и отснять примерочку в купальниках. Но я молодец, с этим справилась, поэтому поддержите меня лайком. Пожалуйста, пожалуйста, и комментарии под этим роликом. Также, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, бейте в колокол, и мы будем всегда с вами на связи. Прошлый год... Нет, не будем про прошлый год. Бэ. Надежда умирает последней, поэтому я все же надеюсь, что в этом году таки получится поносить купальнички. Поэтому готовить нужно сани. Купальники, а не сани. И зимой. Давайте, наверное, не терять время, а сразу приступим к осмотру достопримечательностей, то есть купальник. Это бренд Капше. Надеюсь, я правильно прочитала. На сайте представлены купальники различных размеров, и это огромный плюс. Также там есть кое-какая одежда. Поэтому заглядывайте, и у меня для вас есть приятный бонус в виде скидочки, которая будет внизу в описании под роликом, поэтому заглядывайте туда тоже. Так вот, все купальники приходят вот в таких вот плотных зип-пакетах. Я, кстати, никогда не выкидываю вот эти пакеты от купальников, если именно они такие вот плотные зип. Потому как мега удобно брать купальники именно в таких пакетах с собой. Почему? Когда мы летим непосредственно в теплые края, то все замечательно. А вот когда мы летим обратно, то не факт, что купальники просохнут, будут полностью сухие. И чтобы другие вещи как-то не замочить, то обратно купальники... Ну, по крайней мере, один купальник у меня, как правило, всегда... полувлажный, потому что не успевает просохнуть, влажный климат и все дела, и, в общем, обязательно вот такие пакетики меня спасают. Баттерс! Мау! Мау! Я тоже так умею! Такие пакетики меня всегда спасают, и это прям супер удобно. Давайте начнем. В общем, в этот раз... Я собралась с мыслями и решила же попробовать раздельные купальники. Но также, конечно же, не обошла внимания и закрытые купальники. В общем, лет 10-15 носила раздельные купальники. Мне как-то казалось, ну вот здесь что-то торчит, тут что-то видно. А тут я как-то расслабилась, забила и, ну, кому не нравится, пусть не смотрят ваши проблемы, ребята. Ну, серьезно. Вот. И я тут же, когда я получила эти купальники, они реально продуманы классно. То есть у трусов довольно-таки высокая посадка, все неприглядное оно закрывает. А верхняя часть, я смотрю, да, в принципе, весьма ничего таки. Можно показывать без инфаркта людям. Вот, в общем, здесь получилось так, что почему-то в раздельных купальниках я себя чувствую более закрытой, более одетой, чем в... слитном. Давайте я объясню, почему. Начнем с первого купальника. Кстати, безумно классный цвет. Я не делала каких-то ставок на этот купальник, но, он классный. Мне нравится, как он сидит. И объясню я, почему мне кажется, что я чувствую себя более раздетой в слитном купальнике, потому что спинка очень-очень низкая. Еще она немножко скатывается по спине, то есть она практически, спина полностью голая получается. Где-то складочки, где-то что-то начинает торчать. В общем, чувствую себя чуть-чуть некомфортно, но потом забиваю, забываю и надеюсь, что буду наслаждаться в них солнышком и морюшком когда-нибудь. Вот, в общем, довольно-таки открытый верх. Здесь вот из верха всего две такие половиночки. Посередине не совсем деликатно выглядывает грудь. Но, кстати, здесь есть вставки поролоновые, которые при желании можно достать через небольшие отверстия в подкладе. Здесь, кстати, обычно я вытаскиваю сразу вот эти круги, потому что они как-то, максимально странно находятся, располагаются в купальниках. В общем, мне никогда не нравилось, как это выглядит, но тут же у меня не появилось желание скорее их вытащить, а я склоняюсь даже к тому, чтобы их оставить, потому что мне нравится, как именно вот эти вот поролоновые вставочки в этих купальниках сделаны.
В общем, все круто. За счет того, что здесь довольно-таки удобная вот эта вот верхняя часть, можно хорошо так подтянуть все, что нужно подтянуть. В общем, несмотря на то, что купальник довольно-таки открытый, но вот эта веревочка, как оказалось, держит грудь весьма хорошо, ничего никуда не убегает, не выпрыгивает. Ширина вот этих деталей предназначена для того, чтобы прикрыть грудь, достаточная даже для немаленькой груди. И, в общем, все замечательно, все цивильно, чинно, практически чинно, благородно. В общем, я довольна. Кстати, знаете, что хочу сказать? Это первые купальники за последние, я не знаю, сколько лет, которую я выбрала по размерной сетке производителя, и которую сели, ну, блин, я практически идеально. То есть размерная сетка полностью на 100% соответствует заявленной. Это не может не радовать. Потому что последнее время, когда я заказывала откуда-то купальники, он, ну, вот процентов, наверное, 30 только садились хорошо, остальные были либо просто огромные, либо наоборот маленькие. Здесь все 5 купальников из заказанных сели как надо. В общем, я очень-очень-очень-очень довольна. Это лучшие купальники за последние много-много лет, которые я заказывала, наверное. А шовчики здесь все ровные, нигде ничего не торчит. Даже с внутренней стороны все сделано просто превосходно, никаких ниточек. Ткань плотная, ткань хорошо тянется. В общем, классный купальник. Еще огромный плюс для большого размера, для больших девочек, в том, что вот здесь вот в области живота есть драпировка, что позволяет скорректировать эту область, и все смотрится довольно-таки неплохо. Вот, в общем, безумно довольна этими купальниками. Стоят они нормально. Я не скажу, что это дорого, я не скажу, что это уж прям супер-супер дешево. В районе 20-25 долларов стоит один купальник, но по мне это очень-очень вкусная, очень приятная цена за такое хорошее качество, за классные купальники, которые действительно хорошо сидят, которые подходят по размеру, которые есть в больших размерах. Я довольна. От души рекомендую, потому что, ну вот, блин, все 5 из 5 купальников сели отличные, все они мне очень-очень понравились. Давайте следующий купальничек смотреть. Следующий купальник как раз-таки мне попадается раздельный. Выбрала я вот такой вот черно-белый купальник. Я, кстати, не очень благосклонно расположена к черным купальникам, потому что, блин, у меня такой стереотип, что, блин, с черным будет жарко. Поэтому обычно это какие-то светлые купальники. Но тут я решила попробовать. И, ну, наверное, когда-нибудь я расскажу о своих впечатлениях. Давайте начнем снизу. Вот, в общем, даже, вот смотрите, даже этикетки не просто вшиты. Здесь продумано все до мелочей. То есть они вшиты вот на такой вот веревочке, которая аккуратно обрезается и ничего не торчит. Ничего нигде не колет. Ребята, вы молодцы. Честно, от души. Потому что, ну блин. Вышли. Да, кстати, не сказала, что все купальники я заказала в размере 2X. Здесь написано 2X, не 2, ну, везде написано 2X. Обычно 2XL называется, но здесь 2X. По составу это у нас 80% нейлона и 20% эластана. Вторая часть это 90% полиэстера, ну, внутренняя, так понимаю, подкладочка. И 10% эластана. Для купальника, по-моему, это весьма нормально. Так вот, значит, низ здесь довольно-таки высок. Единственное, что меня, конечно, чуть-чуть смущает, возможно, это, ну, узковатая вот эта вот полосочка, которая прикрывает все наши непотребства. Но, знаете, в принципе, сел довольно-таки неплохо, нигде ничего из боков не торчит, довольно-таки высокая посадка, во-первых. По-моему, конкретно этот купальник сидит по району пупочка, слегка его прикрывают. Но на примерке, я думаю, что вы все увидите. Опять-таки есть драпировка, которая деликатно маскирует зону живота. И, в общем, здесь тоже все чинно-благородно прикрыто. Широкая часть сзади, которая прикрывает
попу и ягодички, как нужно. В общем, я довольна. Светленькие вот такие в полосочку трусишки. И топ. Топ, кстати, мне понравилось, что сверху идет вот такая вот рюшечка. Снизу у нас просто черная полоска топа также. Ну вот, кстати, смотрите, опять-таки, по поводу того, что как все продумано. Здесь не просто полоска идет, а здесь полосочка даже с выточками. То есть даже все здесь продумали. Также внизу вставлено между подкладом и верхней тканью купальника вставлены круги, чашечки. Между, кстати, прострочно, чтобы они не мигрировали туда, куда не нужно. В общем, действительно, это такие купальники, которые отлично продуманы, отлично сшиты. И прям, не знаю, по мне эта находка... Для большого размера. Для больших девочек. Вот. Пояс довольно плотно сидит под грудью. Он нигде мне не передавливает. Он сидит так, как нужно, чтобы грудь никуда не вываливалась. И довольно-таки хорошо поддерживает. Лямки присутствуют, которые, о чудо, регулируются. Спасибо за регулирующиеся лямки. Потому что, когда в купальнике лямки не регулируются, это по-настоящему беда. У вас могут, может быть, вот эта верхняя часть короче, длиннее. И непонятно, как тогда быть. А сзади все прикрывает вот эта рюшечка. Спереди немножечко пузико торчит. Все прилично, все классно. И, в общем, я довольна, действительно, довольна этими купальниками. Буду нахваливать. Несмотря на то, что они мне пришли на обзор, говорю честно об этом. Ну, правда, я довольна и ничего не могу сказать против них. Единственное, вот, кстати, я нашла торчащую нитку. Ха-ха. Вот. Она просто вытащилась и все. И больше не торчит. В общем, ну, действительно довольна. Действительно классно продумано. Следующий купальник у меня слитный. Здесь также низ в такую вот в полосочку. А верх вот такого красивющего просто цвета. Опять-таки есть драпировка, то есть каждый купальник действительно продуман. То же самое могу сказать, что немножечко съезжает спинка при движении. Но, в принципе, меня, знаете, как-то немножко это парило-парило, а потом перестало парить. Вот. В общем, кстати, вот в этом купальнике этикетки, они сделаны из такого силикона. Опять-таки все продумано. Допустим, если вы не хотите отрезать, чтобы какая-то информация осталась, непосредственно сама вот эта часть, также на веревочке, которая легко отрезается. В общем, не знаю, класс. Здесь вот уже за счет того, что вот эта веревка, она довольно-таки широкая, немножко, не знаю, мне давит, мешает, но мне кажется, это просто дело привычки. Потому что хочется затянуться посильнее, чтобы... Грудь не выскакивала, и, в общем, не знаю, довольно-таки большой массивный бант. Я не знаю, может быть, попробовать не завязывать бант, а просто завязывать, ну, узелочек и носить так. Что вы думаете, что скажете? У кого-то были купальники с такими вот большими завязками, как вы с ними справлялись? Оставляйте свои комментарии. Ну, абсолютно все тоже могу сказать про этот купальник. Сшит он отлично, что снаружи, что с изнанки. Есть поролоновые чашечки с тонкого поролона, есть кармашки, через которые их можно удалить, если они вам не нужны. Сшито все просто идеально. Вот это мне, кстати, больше всего, наверное, понравилось, как он сел на меня. Он прям такой, вот, несмотря на то, что он раздельный, но он как-то максимально все закрывает. В нем чувствуешь себя защищенно, уютно и комфортно. Здесь, опять-таки, вот все вот так вот сделано на веревочке, которая легко отрезается, нигде ничего не мешает, не колет. А здесь уже нет вот этих самых оборочек, и они немножечко посадкой пониже. Но за счет верхней части в этом нет абсолютно никакого дискомфорта, потому что верхняя часть имеет вот такую вот, наверное, это можно назвать какую-то юбочку, не юбочку, басочку, в общем, которая все непосредственно прикрывает. И одновременно у вас получается раздельный купальник, которым удобно пользоваться, не побоюсь этого слова, в то же время, который все, что нужно, прикрывает, и вы чувствуете себя абсолютно комфортно. Впереди здесь есть вот такое вот пластиковое, кстати, колечко. Также лямки регулируются. Спасибо. Лямки довольно-таки широкие в этом купальнике. Грудь он держит отлично. Пояс под грудью также плотно прилегает, все с ним замечательно. Я готова оды петь этим купальникам. Они великолепны, правда, серьезно. Нужно будет перебрать старые. Я, скорее всего, старые просто практически все выкину. Оставлю вот эти, потому что это лучшие купальники, которые на сегодняшний день у меня есть.
Вот, в общем, расцветочка тоже очень такая приятная сегодня. Чисто белые купальники, кстати, я не рекомендую брать, потому что у меня был опыт белого чисто купальника, который просто в первый же отпуск испортился. Оказывается, от соленой морской воды белые вещи приобретают желтый цвет. Оставила его на вкусненькое, потому что здесь одна очень интересная особенность есть. Это также раздельный купальник. Начнем мы здесь с верхней части уже. Он очень похож по принципу на черный купальник, черно-белый купальник. Тоже тот же самый верх выполнен также. Здесь низ выполнен одной тканью, верх выполнен другой тканью. Все абсолютно то же самое, что я могу сказать по предыдущей купальнике. Отлично сшит, отлично садится по размеру, есть регулировка лямок, пояс отлично держит грудь, ничего никуда не выскакивает, не убегает. И посмотрите на эти лимоны, они божественные. Запомнили, что здесь внизу одна ткань, снаружи другая ткань? То есть с помощью этого купальника у вас получается не один купальник, а целых два. Объясню почему. Трусишки. Но если мы их вывернем, у нас будут два трусика. Это двусторонние трусишки, которые можно носить как одной, так и второй стороной наружу. Они полностью сделаны аккуратно, все швы сделаны внутрь. То есть будет непонятно абсолютно, какая сторона. Здесь нет драпировки, которая бы скрывала, да. Может быть, область живота подчеркивается больше, но, блин, несмотря на это... Он классный, мне нравится. Здесь еще вот задняя часть немножечко более, как мне показалось, сужена. Она меньше прикрывает внизу ягодички. Но, в принципе, вот смотря на примерку, я не вижу ничего критичного. Мне даже, в принципе, нравится. Да, мне нравится. Надеюсь, это видео понравится и вам. В общем, сегодня мы говорили о купальниках. Какие купальники предпочитаете вы? Раздельные, либо слитные. Оставляйте комментарии и давайте общаться под этим роликом. На сегодня все. Не забывайте ставить пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока. До новых встреч. Вы кони или коты? А? Купер, Баттерс. Ведите себя хорошо, пожалуйста. Уф, как я зол. Какая сторона используется? Бегайте тут, ну пожалуйста, ну давайте один денечек сегодня смирно посидите, пожалуйста. Ладно? Это кони, а не коты.